Re, viss ēters ir te. И сегодня же Сейм утвердил мандаты 8 новых депутатов. Они займут места тех, кто ушел руководить министерствами. Министр благосостояния и депутат Сейма Рамона Петровича от КПВЛВ пока собирается совмещать должности. Таким образом, в Сейм прошел Янис Еселнекс от Нацблока, Андрис Казиновскис, Янис Целенс и Янис Бутанс от Новой консервативной партии, Даци Блути и Мартин Штейнс от Развития ЗА, Атис Лейнш от Нового единства и Айверс Гейданс от КПВЛВ. Он, в отличие от 5 однопартийцев, правительство Каринша поддерживает. Я поддерживаю правительство Кришьяниса Каринча, как и большинство фракций. Как мы и договорились, если большинство депутатов его поддерживает, то поддерживаю и я.